Ребятки, всем привет! С вами Борода, это PUBG Mobile. И сегодня мы возьмем топ-1 с рандомным оружием. Ты спросишь меня, что это означает? Да, все банально просто. Вот придумал я для себя такой челлендж, что я возьму в этой карточке топ-1 с первым оружием, которое попадется мне в руки. Вот реально, с первым оружием, которое я возьму в первую руку, я дойду до топа. Смогу ли я это сделать? Дружище, тебе остается лишь наблюдать за тем, как я вершу историю. Ну что ж, пожелай мне удачи, поставь лайкос и, конечно же, не забудь подписаться на канал. И это винчестер, твою же мать, да это же коряк на минималках. И как вы о, боже мой, что-то я переборщил, мне кажется, со своим челленджем. Мне понадобится много хилов. И, конечно же, терпение. Я должен буду не сближаться. Все-таки винчестер это как-никак снайперская винтовка. Так. Ну, по крайней мере, я то точнее к этому жанру отведу. Так, 60 патронов. Маловато. Маловато что патронов, что хилов. Третий шлем великолепно. То, что мне надо. Так, это мусор мне не понадобится. Нужно слушать. Теперь мне нужно слушать игру. Так, здесь у нас прицел не ставится, у нас тут ставится только мушка. Что? Я кого-то слышал. Да? К сожалению, да. К сожалению, я кого-то слышал. Черт возьми. И где же этот жопошник? Ай, да ладно, это было слишком жестко. Зря я так вышел на него. Вот же ж ты, сука, с калашом, да, на меня пошел. Падла. Ай, ладно, пошли еще раз. Эх. Ну, а что ты хочешь? Винчестер против калаша, да еще и, блин, два раза промазал. Ну, короче, нужно было мне не сближаться, нужно было держать все-таки дистанцию. И если бы я выдержал вот такую небольшущую... Блять, дистанция, небольшое расстояние, то у меня был бы хоть какой-то шанс. Тем более, что хилов я успел насобирать. Но, увы. Так, ну что, ребят, попытка номер два. Давайте в этот раз упадем более удачно и подберем мне винчестер. Так... Да, в принципе, тут без разницы, куда падать. Я могу и в буткемпе взять дерьмовое оружие, я могу и в домике найти калаш первым, понимаете? То есть тут же реально рандомно, как повезет. Вон, какие-то три домика стоят, давайте прямо туда упадем, посмотрим, что в этот раз я вытащу за лотерейку. Надеюсь, мне повезет. Ну хотя бы, блин, ну я не знаю, Вектор. Вектор, вот Вектор вообще имба была бы. Я был бы прав Вектору. Ну Сайгу, я не знаю. Не, Сайгу не хочу. Сайга тот же самый будет, что и Вектор, блин. Чё там? Пусто. Блядь, со мной ещё пёс какой-то упал. Ёп твою мать. Блядь. Да ладно. Пушки нет. Пиздец. Пушки нет. Да что ты, сука, взяли? Вот же ж дебилы, блядь. Конченые дегенераты. Ты представляешь, что творят? Фух.